На специальной комиссии в областной общественной палате сегодня обсуждали, как работает закон о противодействии коррупции в органах государственной власти. Было заявлено, что правительство области сделало все для работы закона. Все нужные бумаги подписаны и семинары проведены. Закон не работает. Почему? Потому что цифры говорят сами за себя. По области за 2013 год фактов соответствующих уведомлений в органах исполнительной власти не отмечено вообще. То есть госслужащие не желают сообщать о фактах предложения им взяток. Контроль исполнения закона о противодействии коррупции также, по сути, не ведется. Кроме того, трудно просто установить факт коррупции. Здесь возникает проблема. Мы об этом просто не узнаем. И проверить, выявить вот этот факт фактически невозможно. За исключением там определенных исключительных случаев. Наказание за взятку в законе установлено, но это не помогает в его работе. Поэтому члены общественной палаты предложили морально стимулировать хороших госслужащих, чтобы СМИ рассказывали о них, то есть тех, кто взяток не берет. А если человек взятку принял и утаил, а потом не взял другую, то, видимо, СМИ будут прославлять коррупционеров. Роман Козлов, Анатолий Милосердов, Открытый канал.